Brava. Идеально. Не вижу, что надо ровно. Надо на ровно. Что там редко сидит? Ровно! Территорию главного ботанического сада. Когда приглашенные разместились на своих наблюдательных позициях, с моста Московской кольцевой железной дороги два организатора акции с помощью веревок начали спускать вниз к реке фиолетовый сверток, в котором находился включенный на воспроизведение магнитофон с записью этого описательного текста акции. Запись делалась с таким расчетом, чтобы звучание описательного текста началось примерно через 10 минут после того, как сверток неподвижно зависнет на расстоянии 30-40 сантиметров от поверхности воды. Затем, приблизительно на этом месте воспроизведения текста, сверток был опущен в реку. Для того, чтобы в магнитофон не попала вода, прежде чем завернуть его в фиолетовую ткань, магнитофон был тщательно обернут целлофаном.
Длительность пребывания свертка под водой обуславливалась временем звучания текста, начиная со слов. Длительность пребывания свертка под водой и кончая словами, после чего магнитофон был вынут из воды. Вытянув магнитофон из воды, два организатора акции с помощью тех же веревок вновь подняли фиолетовый сверток с магнитофоном на мост, выключили его и спустили к зрителю. Ну, вчера, может, побывал. Там 24 сентября сказано. Точно. А сегодня 25. Горюк, смотри, вон они идут, сними их там.
Нет еще? Да, я рад. Сейчас, сейчас, мне же надо выйти. Держи, а то я не сижу. Там много чего говорил про город. Юра. Так, Андрюш, один остался. Нам с тобой на двоих одну, нам с тобой две, с тобой зачем нам две, нам одну. На первый раз я хочу две. По 40 минут. Наоборот. Андрюшенька, один остался. Да, это называется черёмка. Нет, мы покупаем в столешке. Ну, приятно, да. За 69 я купила. Да, Берне. А за 69 я купила. Это вся за 69. Да? Грузинская фальшивая? Его вообще не обыскали. Конечно, по-моему, человек, который занимается профессиональным вином. Там он нам показал на то, который 69. Да, конечно. А у нас нам понравилось. Он кинул. Такой завод крикнул. Черная, такой золотой.